достояния, которые человек может получить в этом мире, они связаны с социальной силой. Социальная сила означает помощь людям. Вот если человек заботится о людях, следит за их достатком, их жизнью, он достоин иметь власть. Если человек хочет кормить людей, помогать им, заботиться о них по-другому, материально, тогда он может иметь деньги, Бог ему дает деньги. Если человек хочет пользу людям приносить своим знанием, своим поведением, тогда в этом случае дает славу Господь. То есть все эти три достояния, они приходят от того, что человек хочет что-то делать для людей. Понимаете? Сейчас, конечно, бывает слава, допустим, возникает от того, что человек удовлетворяет какие-то глупые желания людей. Сейчас много этих блогеров в интернет, или блогеров, как правильно, вот, блогеров, да. Они какую-нибудь пургу там несут, и людям смешно их слушать, им там всех смешат, там, или еще что-то, и вот у них много подписчиков, и они становятся, обретают славу, и на людях зарабатывают деньги потом, на их интересе. Это греховная деятельность, она приводит таких людей потом к разрушению их судьбы. Они или в следующей жизни в ад идут, или в это уже попадают там в какую-нибудь проделку. Почему? Потому что бессовестное поведение рождает проблемы у человека в жизни. Поэтому сама по себе социальная сила еще не означает, что будет счастье, потому что ее надо использовать еще правильно, чтобы Бог был доволен. Людям давать то, что им поможет в жизни, а не то, что тебе поможет. Некоторые, пользуясь популярностью каких-то тем, например, люди сильно хотят научиться зарабатывать деньги, допустим. Люди этим пользуются и начинают огромные деньги собирать у людей, и какую-нибудь пургу им несут там. Типа, сейчас такая популярная тема: если хочешь, то добьешься. То есть вот эти все вот тренинги по успешной жизни, они все основаны на увеличении желания. Ну, то есть людям втуляют, что если у тебя сильное желание будет, там, ты будешь визуализировать там $100, $100, визуализируем, $100. Вот. И тогда у тебя эти $100 появляются. Это действительно так срабатывает. Но я вам сейчас объясню, как это срабатывает. Только есть добрые дела, которые он делает в жизни. И добрые дела человека копят благочестие внутри у него. Благочестие – это такая сила, которая дает человеку возможности в жизни удовлетворять его желания. Если желания правильные или неправильные, они все равно пользуются только благочестием. Вот человек ограбил банк, допустим. И он что хочет? Чтобы его не поймали, правильно? Если он добрых дел много делал в прошлом, его не поймают какое-то время. А его же действие, оно рождает еще желание дальше так жить. И привычки определенные, образ жизни, привычки, взгляды. И они побуждают его дальше грабить. А благочестие кончается. И в тот момент, когда оно закончится совсем, ты окажешься там, где небо в клеточку. И будешь лечиться солнцем, если там видно солнце. Если не видно, значит, будешь лечиться чем, что видно. Вот. Понятно? Будешь сидеть думать долго. Поэтому бывает, что человек визуализирует. Там, навизуализировал, там столько денег, сколько благочестия хватило, и что, потом их потратил, и все, и нет ни благочестия, ни денег. И вот эти придурки за огромные деньги учат людей тому, что на самом деле не работает. Потому что, если говорить о жизни и о успешной жизни, человек должен знать три вещи всего. Первая вещь. Аскезы и природа дают человеку здоровье, характер хороший, силы, возможности в жизни. Все это дает природа и аскезы. Вот, например, решимость, спокойствие, способность не обижаться, не гневаться, концентрацию внимания, хорошую работоспособность, бодрость внутреннюю, силу воли, терпение, самообладание, хорошее настроение.
Все это дает природа плюс аскезы. Запомнили? Дальше. Возможность выйти замуж, возможность иметь деньги, высокое положение в обществе, возможность иметь власть, возможность хорошо общаться с детьми, с родителями, иметь друзей в жизни. Все это дает добрые дела, просто разные добрые дела. Например, если ты хочешь с детьми наладить отношения, то тогда хорошо относись к детям в целом, люби детей. Своих детей ты тоже сможешь научиться. А если ты любишь своих детей, правильно к ним относишься, то сможешь к остальным детям хорошо относиться. Если ты по-доброму строишь отношения с друзьями, тогда ты сможешь партнеров в жизни обрести, в деловой сфере уже. Ну, то есть, когда человек добрые дела делает по отношению к людям, то у него появляется социальная сила. Есть в целом два вида социальной силы. Есть социальная сила, которая связана с тем, чтобы преодолевать трудности, там, допустим, какие-то волевые усилия совершать. Это мужская тема. А есть социальная сила, забота, нежность, внимание. Это женская тема. Ну, то есть, мужчина тоже может заботиться, но это уже не самое главное, что ему нужно достичь. Ему нужно достичь способности преодолевать препятствия, стать крепким, сильным, побеждать. Мужчине надо научиться. И его, как бы, социальная сила в этом плане очень важна мужчине. Тренироваться, допустим, спортом заниматься. Даже тренировки дают мужчине уже какие-то устойчивость. А потом дальше он должен в целом стараться трудиться, на работе стараться быть честным, хорошо к людям относиться и так далее. Женщина больше должна стараться заботиться об обществе, о людях в целом, помогать всем вокруг. Ее социальная сила даст ей тогда возможность быть замужем, иметь детей. Три слоя жизни. Первый слой психофизический. У всех людей просадка жесткая в этом плане. Все люди сейчас не имеют хорошего характера, не имеют хорошего здоровья. Вот. Очень слабые психически, физически, потому что культура питания природой разрушена в нашей жизни. Мы все живем по клеткам, по домам, там природы нет, энергия не всасывается, человек только кушает, психическая энергия не всасывается, значит, нормальной жизни нет, все. Это невозможно объяснить словами, вы не знаете, что такое после проруби, как себя чувствовать, понимаете, это надо попробовать. И здесь тоже надо знать, как правильно, потому что если 4,5 минуты проруби, то переохлаждение наступает, если человек через час-два потом горячее не попадет. Здесь тоже нужно знать все, изучать, как это правильно, чтобы включаться в энергию природы. Нужно самое опасное здесь включение. Потому что, допустим, если сразу пробежать 17 километров, там можно потом там в конце ящик ставить деревянный, туда потом сразу ложиться. Вот, то есть нужно все постепенно делать. Вот я научился бегать 17 километров, когда мне было 50 лет, я понял эту формулу жизни и начал потихоньку бегать. Первый раз я пробежал 500 метров, потом 600 начал бегать, 700. И я думал, блин, если я хотя бы на один слой буду бегать хотя бы 3 километра, это будет большое счастье. И потом я думаю, ой, 3, 4 смог, а после того, как пробежал 10, то думаю, 17 вообще не проблема. 100 километров для волка не расстояние уже стало. Вот. Поэтому все постепенно начинается, потом больше и больше возможностей. Понятно? Аккуратненько работайте над своим телом, и дальше оно все здоровее и здоровее будет. Потом добрые дела тоже. Начинайте, я желаю всем счастья. Это деньги надо платить? Вот сел, я желаю всем счастья. Добрые дела, все говорят, у меня столько денег нет, чтобы добрые дела делать. Я желаю всем счастья, надо деньги платить? Нет, не надо. А надо платить деньги, чтобы улыбнуться человеку на улице. Или просто простить близкого человека. Вы знаете, что когда человек не прощает кому-то, у него отрицательная связь устанавливается с этим человеком, и вся его жизнь в дерьмо уходит. Вот он постоянно думает, вот
Давайте сейчас я вам это на пальцах объясню. Вот если, допустим, 100 человек вас любит, а один не любит, вы о ком будете думать? О 100, которые вас любят, или о одном, который не любит? Вот и все. Вот и все. Все очень просто. Вас могут десятки тысяч человек любить, но один не любит, вы о нем все время будете думать. И поэтому прощать — это формула счастливой жизни. Прощать означает, что это такое? Означает, что ты что думаешь, ты лучше, что ли? Если человек думает, что он лучше, знаете ж Бог, что делает? Дает ему то же самое. Не суди, судим не будешь, Иисус Христос сказал. У меня один знакомый бросил жену. Духовной практикой человек занимается, что-то его заклинило. Полюбил другую, бросил жену с ребенком. И мой другой друг ему говорит: ну ты придурок, блин, ты что, законы нравственности не изучал, что ли? Ты что, не понимаешь, что тебе это аукнется? Очень сильно осерчал. Я говорю: перестань ты его осуждать. Я говорю: Бог, когда ты осуждаешь, он тебе такой же экзамен в жизни потом дает. Ты что, уверен, что ты с ним справишься? Да все должны справиться. Через год сам бросил жену. Не справился с экзаменом. Не суди, судим не будешь. Формула какая? Ты судишь человека, такое же испытание получишь. На вшивость тебя точно так же проверят потом. Ну, как бы, одно дело, что ты не согласен с этим, можешь поговорить с человеком, объяснить ему, что нельзя так. Он лучше поймет, если с ним поговорить просто. А судить означает, что ты себя выше ставишь, понимаете? Типа, я тут там крутой. Ну, тогда Бог сейчас проверит тебя, крутой ты, не крутой. Наказывать надо. Ну, то есть, человек ограбил, допустим, твою, взял собственность твою, допустим. Суди с ним, но в сердце не суди. Даже когда человек с врагом воюет, он не должен сердце судить. Надо по-доброму ко всем относиться. Выполняй свой долг, сражаясь, но не суди никого. Понятно? А? Внешнее выполнение долга. Не обязательно бороться. Иногда надо прощать. Вот есть, здесь, знаете, очень важно разобраться в такой формуле. Это почему людям очень трудно в этом разобраться? Потому что когда человек дорогой добра идет, он думает, надо всем прощать. Но на самом деле это тоже неполное знание, потому что есть те заповеди, которые принес Моисей, которые дал Иисус Христос. Эти заповеди очень важны, потому что они показывают границу, где надо уже по-другому действовать. Вот, например, человек там, допустим, муж посмотрел на другую женщину, надо прощать. Подружился с другой женщиной, надо его оттуда вытащить и простить. А если он уже начал с ней интимные отношения строить, то это нарушение заповеди уже, понимаете, Христа. Когда человек заповедь нарушил, он уже не может вернуться назад, он проходит вот эту красную линию, и у него психика уже, она как зомби он становится, он уже перестает любить своих детей, перестает любить жену. Мужчина же детей любит глазами жены. Ну, то есть к детям есть два чувства у мужчины. Первое — чувство ответственности, а второе — чувство вот такой глубокой, чистой привязанности такой, знаете. И вот эта глубокая, чистая привязанность к детям идет через любовь к жене, потому что Бог только женщине дает в сердце знания о душе ребенка. Она всю жизнь помнит о нем, как о чистом, светлом, о своем ребенке. И когда мужчина любит жену, у него автоматически вот эта чистая, светлая память о детях тоже есть. Но если он изменил жене, то Бог у него его наказывает тем, что у него пропадает любовь к детям, он может только заботиться о них, беспокоиться. Но любви нету вот этой вот, что он живет детьми своими, этого, этой жизни уже не будет у него, он отнимает. Представляете, человек влюбляется там, допустим, какую-нибудь женщину, начинает с ней сексом заниматься, а у него жена и трое детей. У него 4 человека близких, понимаете? И он их всех теряет. Из-за той женщины, которая на самом деле должна его наказать. Потому что существуют законы определенные, которые не все знают. Почему в древних были церковно-приходские школы там всякие, там были нравственное воспитание у детей, потому что есть законы нравственные, мы их не знаем нифига. Вот, допустим, мужчина бросает жену, что дальше с ним будет? Вы не знаете. Рассказать?
Он сразу же сильно влюбляется, находит себе очень девушку, которая ему очень нравится, просто обожает, которую он сильно влюбляется. Вот эта девушка, она привязывает его к себе, он очень сильно от нее зависеть начинает. А потом она его жестко бросает, и он получает то же самое, что и жена получила. Вот, и когда женщина бросает, она получает то, что у нее сердце холодным становится, потому что у женщины есть два вида красоты. Одна красота внешняя, она привязывает плоти мужчину к своей плоти, к своему телу. Ну, то есть мужчина, когда видит внешнюю красоту, он хочет секса только, он не хочет семьи. А есть божественная красота у женщины, она идет из сердца, это ее добрые дела. И она рождает желание у мужчины взять ее замуж, заботиться о ней. Вот это желание, оно пропадает, возможность вызвать нет, если ты бросила мужа, у тебя обрубает эту возможность. Бог тебе не дает больше мужиков, потому что ему их жалко. Вот, у него много мужиков завались, но все родные. И поэтому ему жалко, он одного бросил, как одна женщина сидит такая, когда я выйду замуж, уже даже не руку поднимает, просто орет. Я говорю, никогда. Почему? Я говорю, первого мужика бросила? Бросила. Второго бросила? Бросила. Третьего бросила? Бросила. Я говорю, а зачем вам четвертого Бог тогда будет давать, чтобы его папу бросили? Она говорит, логично. Я говорю, ну вот раскаивайтесь, если логично. Сердце холод появляется. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Друг, видите, не ходит. То есть уже на что человек не рассчитывает. На семью уже не рассчитывает. Друг не ходит. А ходит в праздные суете, непостоянные дните. Это значит, все, холод у женщины в сердце. Все, приехали. Что надо делать? Надо раскаиваться. Раскаяние не означает биться башкой об стену. Кричать грешное, 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 грешное. Вот. Раскаяние означает познание, процесс познания. Нужно изучать, как правильно жить. Нужно осознать, что нельзя бросать человека. Когда семья создается, то что происходит в жизни человека? Меняется жизнь как? У тебя есть желание любви очень сильное в сердце у каждого. Он горит желанием любить. Человек живет для любви. Ему хочется любви в жизни. Когда женится человек, возможность это любить начинает выполняться, и у человека вспыхивает очень сильный эгоизм. Женщина становится капризной. Она вот к другим мужчинам никаких претензий нет, а к мужу очень много претензий. Потому что он должен давать любовь. Не так посмотрел, она сразу вспыхивает, как пламя. Цветы не принес. Вот, жар внутри такой горит. Чувство, что он должен вот это делать, он не делает, она обижается на него. Начинается был бразильский телесериал сразу. Мужчина хочет власти над женщиной. Потому что для него счастье означает, женщина подчиняется. Она вот так должна смотреть на него. Да, мой хороший, да. Ему нравится, чтобы он так вот она смотрела. Если она так не смотрит, она, он такой, демагогию читает, учит ее морали. Делает умный вид. Женщина, когда грубо с ней разговаривает, очень сильно страдает. Очень сильно. У нее психика очень чувствительная. Мужчина, если женщина не подчиняется ему, очень сильно страдает. Он не чувствует, что это моя девушка, зачем я взял замуж, она не хочет меня, не любит, не подчиняется, значит не любит. И так люди страдают друг с другом. Семейная жизнь означает страдание, мои хорошие. Потому что мы не понимаем, что энергия любви, она божественную природу имеет. И люди, только совершенные люди, могут быть счастливы в этой энергии. Если мужчина заботится о женщине, ничего не требует, она капризничает, он спокойно себя ведет, ни на что не претендует. При этом самодостаточный, потому что он от Бога счастье получает. Тогда она будет с ним очень счастлива.
Если женщина, да, мой хороший, вот так вот смотрит на него. Это не обязательно прямо от всего сердца делать, потому что любовь означает игра. Это тоже надо знать. Даже можно обманывать с целью принести счастье близкому человеку, обман. Допустим, я у жены спросил, говорю, моя дорогая, вот почему ты папу любишь? Она говорит, а я когда ходила на художественную гимнастику, то я когда домой приходила, папа всегда стоял возле двери, и я его спрашивал, папочка, ты чего здесь стоишь? Он говорит, тебя жду. А давно стоишь? Вот как ушла, так и стою. Ну, он подходил к двери, когда дочка там открывала дверь. Я говорю, поэтому его люблю. Я думаю, ладно, я понял. Разок жена проходит мимо окна моего, у нас частный дом там, она мимо окна всегда ходит. Я оп, увидел, она идет, рак в двери, встал, стою. Она открывает дверь. Ты что, говорит, испугалась такая, ты что? Я говорю, тебя что? Он говорит, ты давно стоишь? Я говорю, вот как ушла, так и стоишь. Обман вроде бы, но она счастлива. Любовь означает игра, вот так вот, понимаете? Или когда женщина, допустим, вот так вот смотрит, вот домой придете, вот так, смотри, посмотрите на своего мужа, вот так. Знаете, как мужчинам нравится? Они мечтают о таком взгляде вообще всю жизнь. Вот так вот. И он там пургу какую-то несет, а вы, да, мой хороший, да. Вы не согласны внутри с ним, а делайте вид, что согласны. Думаете, ему важно, согласны вы или нет внутри. Главное, чтобы вы так себя вели. Потому что когда мужчина так видит, что так женщина себя ведет, у него любовь к ней вспыхивает. Он ее любит. А когда мужчина любит, там что хочешь, можно просить. Не надо выбивать из него это все, он сам все отдаст. Почему так происходит? Потому что мужчина, когда любит, становится щедрым. Знаете, женщина, об этом? Мужчина сам по себе очень щедрый, вы знаете? Мужчина щедрый по природе. Или нет? Знаете об этом? Не знаете? Вот, допустим, вы заработали зарплату. Представьте, муж на вашу зарплату что-то себе купит. Вот сколько вы об этом будете помнить? Всю жизнь. Теперь вы что-то купили на мужа зарплату. Сколько он будет помнить? Нисколько. Просто отдаст деньги и все. Мужчина щедрый. Женщина может служить. Вот мужчина не может служить. Она ему говорит, помой пол. Он такой. А женщина, она служит. Ей легко служить. Ее природа служит, ей легко служить. А мужчине легко отдавать щедрый. Он щедрый. А женщина любит служить, а мужчина щедрый. Это естественная природа. И когда человек любит, у него естественная природа включает. Женщина начинает заботиться, когда она любит. Мужчина, когда любит, щедрым становится. И все налаживается. Вот женщине не надо, чтобы ей служили. Ей нужно, чтобы ей деньги давали. Служить она и сама себе сможет. А мужчине не надо деньги, ему надо, чтобы кто-то заботился о нем. Получается гармония. Понятно? И поэтому, почему я все это рассказываю? Потому что если у человека нет знания, он мучается, страдает. Потому что он не знает, как движется энергия любви. Что любовь может быть только через между божественным. Если ты видишь чистое, светлое у женщины и не хочешь все остальное замечать, тогда у нее все остальное не будет развиваться. Если у мужчины божественное видишь, все остальное не замечаешь, тогда у него это не развивается. Все, что ты замечаешь, то и развивается у близкого человека. Если женщина верит, что муж работящий у нее, он становится работящим со временем. Так любовь действует. Она орошает человека, благословляет. Это благословляющая сила. Но если люди эксплуатируют любовь, они требуют, хотят, ругаются, заставляют, то любовь рушится, постепенно тает, 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 и потом вообще ее не остается. И они без любви живут потом. Сегодня мы поговорим о решениях.
Вот, допустим, часто меня люди спрашивают, как принимать решение. Решение основано на нескольких вещах. Первое – это проработка судьбы. Второе – процесс познания. И третье – откровение внутри в сердце. Ну, допустим, я хочу переехать на Кипр. Надо мне переезжать? Куда убежал? На Кипр поехал. Так, ну ладно, там она убежала. Чё. Хочу учиться на, допустим, на судью. Допустим. Вот решение, допустим. Как принять решение? Нужно сначала пройти три круга судьбы. Берешь, вешаешь изображение святого человека, начинаешь мысленно славить Господа, уходишь из зоны, то, что мы вчера говорили, уходишь из зоны осуждения, из зоны печали, тоски, все плохо. Вот. Входишь в зону, это смелая жизненная позиция, входишь в зону спасибо, Господи. Принятие, мы говорили о принятии креста, своего креста вчера, да? Что с этого момента начинается принятие решений. То есть ты должен что-то изменить в своей жизни, принять решение. Для этого нужно сначала победить судьбу, которая мешает тебе это сделать. Она тебе не дает. Поэтому люди нерешительные постоянно. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасный зов, добрый внутри, крокодил не ловится, не растет кокос, плачет, Богу молится, не жалея слез. Ну, то есть, нет устойчивости в жизни. И сначала ты славишь Господа, первый круг судьбы – это спокойствие в сердце. Все будет хорошо насчет моей учебы. Ты еще не знаешь, учиться или нет, но все будет хорошо. Второй круг судьбы – это связь твоя с учебой. Ты начинаешь очищать свое сердце, молишься, и у тебя уже контакт с этим направлением жизни появляется. Ты начинаешь лучше его чувствовать. Ты начинаешь чувствовать, что там как бы будет напряженная жизнь. Потому что человек всегда должен делать то, что он делает мастер. Но ты это не сможешь сразу почувствовать, потому что только в спокойном сердце включается разум. Разум или предвидение своей судьбы. Разум способен видеть прошлое, будущее и настоящее. Он способен предвидеть, но он работает только в чистом сердце спокойно. Когда действует судьба или беспокойство у человека, разум не включается. Поэтому надо сначала молиться, чтобы очистить сердце от сомнений. И возникает в сердце спокойствие. Что воля, что неволя, все одно. Спокойствие. Сердце. Возникло спокойствие. И дальше, следующий этап, ты начинаешь дальше славить Господа и думаешь, Господи, помоги мне понять, мне учиться на судью или нет. И ты молишься, молишься. То есть первый этап спокойствия в сердце. Второй этап очищение, контакт, связь с объектом. Ты очищаешь эту связь. И у тебя возникает такое спокойное, чистое знание о том, что деятельность судьи – это изучение бумаг, это обдумывание всего, принятие решений. Изучение бумаг вам не нравится, вы никогда это не любили делать. Принятие решений тем более. Вам в судейской деятельности нравится показывать, что вы разбираетесь в законах и это рассказывать об этом людям. Ну, при чем тут судья? Тогда уж адвокат может быть, а не судья. А? Да. Ну, то есть, видите, как бы сначала кажется судья, хочется статус свой повысить, но куда именно идти, ты не знаешь. И ты начинаешь очищать свое пространство, и потом раз чувствуешь, судья не подходит, а вот адвокат подходит, потому что мне нравится общаться с людьми, защищать людей тоже нравится. Вот. А третий круг судьбы – это что такое? Это уже возможности. Бог дает возможность. То есть сначала успокаивается сердце, потом путь. Второй круг судьбы – это путь. Ты уже сначала познаешь, что этот путь возможен, потом ты идешь этим путем. А третий круг судьбы – когда ты промаливаешь, ты получаешь возможности на этом пути или удачу. И разумные люди, как они действуют? Они сначала очищают свой путь.
Вот прежде чем, допустим, какое-то серьезное действие совершить, там, поехать на Кипр жить или нет, сначала молимся спокойствию в сердце. Потом дальше знание, как я там буду жить на Кипре. А потом дальше путь уже, и путь, второй круг путь. А потом дальше уже Бог дает возможность все организовать, удача приходит на третьем круге судьбы человека. На это на все про все обычно уходит от полугода до года. Максимум, молитвы ежедневные. Теперь один молодой человек спросил меня: Олег Геннадьевич, ну вот это все, я сейчас буду эти круги судьбы, ну вот скажите мне, что делать, и все. Что париться-то? Зачем мне эта иерография, как бы? Сказал извозчику, куда везти, тот довез. Мы из классики знаем эту философию. Вот. Но я говорю: ну не получится так, мой хороший. Он говорит: почему не получится? Ну давайте проверим. Я ему говорю: вот это вот оставляй, иди туда, это твоя природа, вот там действует. На следующий день приходит на лекцию, я говорю: ну что, оставили работу? Он говорит: нет. Я говорю: почему? Он говорит: а вдруг вы ошиблись, а у меня жизнь. Я говорю: ну вот об этом я тебе и говорил, что ты должен сердцем все прочувствовать, прожить, для того, чтобы знать уже точно внутри, что это так надо делать. А если тебе кто-то другой сказал, разве у тебя получится? Он говорит: ну, все равно какие-то сомнения. Я говорю: сомнения? Вот девушка рядом, видишь, сидит. Девушка, вы замуж? Нет. Или ее замуж? Мне не нравится, Олег Геннадьевич. Она тоже. Мне тоже не нравится. И он: ну, вот видите, я говорю. Практический опыт нужен. Ты сам должен жить. Олег Геннадьевич за тебя жизнь не проживет. Поэтому принятие решения, первая стадия принятия решения – это молитва. Это называется преддействие. И это не только в тех случаях, когда ты не знаешь, что делать, а также в тех случаях, когда действие очень сложное, оно сопряжено с опасностью. Допустим, меня взяли консультацию, муж с женой. Муж в отпуск пришел из войны. Жена, как бы, у них обоих один вопрос. Как сделать так, чтобы муж остался жив? Вот что надо делать? Я говорю: первый круг судьбы – спокойствие. Нужно молиться, чтобы чувствовать... Когда человек воюет, всегда там есть зоны риска, опасности потерять жизнь. Ну, где-то за 3 месяца, обязательно 2 недели будет такой зоны, где можно потерять жизнь. И... Я рассказывал, говорю, есть вот просто преддействие, это молитва, когда Бог дает предчувствие, знание о том, что ты можешь потерять жизнь. Это первый круг судьбы, спокойствие в сердце. Второе – это настроение. Настроение – это есть 3 состояния человека в целом. Вот когда приходит жестокая судьба, она всегда испытывает людей на вшивость. А война – это всегда жестокая судьба. Люди гибнут на войне. И 3 состояния. Вот, допустим, опасность перед тобой возникает. Что возникает у человека? Какое состояние? Ну, ступор. Да, ступор означает все, ты как бы уже там. Если человек попадает в ступор, значит, он уже приехал. Но если человек смело себя ведет, он хочет жить, он сражается, победил ступор, то тогда в этом случае возникает 3 варианта всего. Первый вариант – это чувство правды. Я прав, ты не прав. Чувство «мы победим», «мы правое дело», «мы правы». Чувство правды. Когда у человека возникает чувство правды, то на кон ставятся его добрые дела. Вот 2 воина, у обоих чувство правды. Если тот воин в страхе, то он погибнет. Если они оба не в страхе, а оба чувство правды, значит, тогда кто побеждает? Тот, у кого больше добрых дел. Он остается жив, тот погибает, который меньше добрых дел сделал. Вот. Третье состояние, какое возникает у человека? Ненависть.
ненависть. Ну, как отчаяние, это все, значит, это суши весла. Отчаяние, страх, штаны потяжелели, кровь по ногам так и хлыщет. Ну, то есть, нижний центр человека связан со страхом. Здесь разум, зона вечности находится в паху человека. Когда поражение вечности идет, у него спазм начинается в мочевом пузыре, кишечнике, то есть начинает под себя там писить или какать. Называется копная болезнь. Это значит, что предчувствие смерти уже человек как бы парализован смертью. Если он парализован смертью, значит, что все, приехали. Животные есть двух видов. Вот, допустим, тигр бросается, одно животное, оно вот так раз застыло, значит, его съедят. А второе, оно брыкается там, не дает, значит, будет жить. То есть страх означает все уже, ты согласился. Смерть пришла, ты ручки опустил, все, значит. Вот. Но там, когда у животных там всегда или оно сражается, и ненависть, или в страх впадает. Два варианта. А у человека есть несколько вариантов. Первый вариант – чувство правды. Благочестие твои, добрые дела на кон ставятся. Второй вариант – ненависть. Ненависть означает, что ты проиграешь. Если человек за правду, а ты ненавидишь, значит, он победит. Какой вариант лучше тогда получается? Лучше знать, за что ты отдаешь жизнь, чем просто ненавидеть. Понятно? Какой-то третий вариант еще есть? Люди не знают третьего варианта. А третий вариант есть, он описан в Священных Писаниях, что если человек молится Богу сильно, он входит в сознание Бога. Сознание Бога означает доброта в сердце. Доброта – это чувство, которое не различает своих, чужих. Человек по-доброму относится ко всем, но при этом знает, что у него есть долг, и он его выполняет. Понятно? Вот когда вот человек разделяет долг, и он смело его выполняет, и в сердце доброта, этот человек находится уже под милостью Бога. И вот такие люди, они в основном не гибнут. А если человек гибнет в состоянии таком, когда у него в сердце доброта, то он уходит даже не в рай, а в духовную реальность. Освобождение получает. Это святая смерть, гибель святого человека. Вот, поэтому очень важно знать, что автоматически, когда человек священную любовь в сердце имеет, то тогда Бог любит любовь. Бог любит тех, кто любит. И поэтому у него в сердце доброта всегда у человека. Когда у него священная любовь, какая-то высокая любовь, может быть, даже к жене или к святым людям. Вот. Тогда тоже человек не гибнет, потому что у него в сердце милость живет. Смерть – это случайность или закономерность? На войне там снаряд же не знаешь, куда прилетит. Случайность или закономерность? Случайность. Закономерность. И те, которые спокойно, они чувствуют смерть. У меня спросил этот солдат, говорит, хорошо, я спокоен, я научусь этому, буду молиться. Доброте научусь. Снаряд свистит, куда бежать? Когда снаряд свистит, прими снаряд сначала. Это быстро, за долю секунды приходит. Прими его, и дальше тебя куда-то тянет, ты туда не беги, а беги там, где спокойно. Туда не тянет, но там спокойно. Бери, когда все бегут куда-то судорожно, беги в противоположную сторону. Потому что снаряд полетит туда, куда они все бегут. Человек всегда бежит к смерти, потому что страх его тянет. А страх и смерть – это одна и та же энергия. Страх, беспокойство, суета. Вот, допустим, лягушка, когда видит удава, она куда прыгает? Из страха она, как бы, она смотрит, ну, неужели это конец? Надо посмотреть, ближе подойти. Вот. Женщина, допустим, говорит, я молюсь, как мне определить, что опасность пришла, вот этот плохой период? Я говорю,
Вот вы молитесь, и как бы у вас обычное состояние, значит, все будет нормально. Есть два состояния, которые указывают на плохой период. Знаете, женщины, как они ощущаются? Вот у тебя беспокойство о муже, допустим. Что это такое? Это означает, что ты мало молишься. Надо молиться больше, беспокойства не будет. Будет спокойствие внутри. Но есть два состояния, которые молитвой не помогут. Первое состояние. У тебя не спокойствие в сердце, а чувство, что надо расслабиться, вообще все хорошо, вообще скоро вернется, и все будет классно, вообще нет проблем. Такое состояние, когда возникает, такое, ой, нормально, все отлично вообще. Это значит, смерть уже пришла. Она расслабляет всех, не дает молиться за человека. Она говорит, успокойтесь все, расслабьтесь. Это очень опасное, самое опасное состояние, когда уже молиться не хочется, муж думает, что все нормально, классно. Значит, надо молиться сильнее, и ты выходишь на другое состояние, когда тебя сковывает холод такой по телу, все сковано, и молиться не можешь, думаешь, блин, он точно погибнет. Чувствуешь такую скованность, такой холод внутри, такой холод именно возникает. Вот это признак опасности гибели. И когда человек помнит о Боге, то постепенно этот холод проходит, и наступает сила такая, чистая сила, спокойствие. Значит, милость пришла. Значит, ты спасаешь своего мужа. У меня много таких женщин, которые молятся. Ни одна из них не потеряла близкого человека. Если все делать правильно, то невозможно убить человека. Я не видел еще ни разу, вот уже давно вот это я инструктирую людей, не погибают. Понятно? То есть сила вот эта спасает. Вот. Ну то есть о чем мы говорим с вами? Мы говорим о принятии решений. Когда все хорошо, так что спрашивать, как принимать решения? Трудно принимать решения, когда приходит жестокая судьба. Вот муж бросил, допустим, то ли его возвращать, то ли не возвращать. Один мужчина в Москве, его жена бросила, он такой, меня жена бросила. Ну такой разумный мужчина, такой в шоке, жар в сердце, горит в сердце. Вот. Я говорю, надо, давай определи, у тебя что истощается. Давай смотреть, у тебя отчаяние, чувства воли нет, ты не знаешь, что делать, или у тебя пессимизм, что все хреново. Он говорит, у меня несправедливость, отчаяние, жар внутри. Я говорю, это статическое напряжение. Надо сидеть в воде, желательно похолоднее. Нужно статические упражнения делать. Первое, что нужно делать, вот это, чтобы ты не попадал в воронку судьбы. Знаете, что такое воронка судьбы? Это когда у тебя кончаются силы. Так, с каждым днем все меньше сил, ты уже не можешь ни есть, ни спать. Так, все. И человек может потерять жизнь, просто попав в эту воронку судьбы. Еще как бы неизвестно, она придет, не придет, а он уже помер. От инфаркта, инсульта, там еще что-нибудь. Это воронка судьбы. Чтобы ее избежать, просто вода и статические упражнения. Представляете, как классно знать об этом? Вот если у тебя отчаяние, то вода, стоишь в воде. У меня плохой период 2 года назад был, у меня отчаяние пошло. Я стоял в воде. Каждый день по 5 слоев в воде стоял. Особенно, когда холодная вода так сильно помогает. Разок в Питер приехал, там осень, вода где-то была 10 градусов. Я тогда еще вообще с ледяной водой не имел дела, это давно было. А чай, сердце, жар такой, обида жесткая. И я залез в эту ледяную воду, меня протрясло сначала, пару раз расслабило. И я такой вот этот жар беру и прямо вот настраиваюсь на тех людей, которые меня обидели. И он прямо, эта ледяная вода прямо так, вжух, и все. То есть прощение силовым образом возможно. Но чтобы тебе по-настоящему простить, надо осознать же, что все люди под влиянием судьбы делают все. Это как бы ты должен быть мудрецом, чтобы вот так по-настоящему. А есть еще метод прощения, когда ты просто в ледяную воду залез, и у тебя жар этот уходит из сердца, ты такой, нам все равно. Вот.
Ну, я как бы это мужчине рассказал, это все. Говорю, молиться надо, славить святого человека, благодарить, принять судьбу нужно свою. Он все услышал, как бы такой, и пошел молиться, старается такой. Я через месяц приехал в Москву. Я говорю, ну что, как у вас дела? Он говорит, потише, мои хорошие, там слышно вас. Вот. Он говорит, да, Олег Геннадьевич, вот спокойствие в сердце такое, так классно. Она возвращаться не собирается еще, но мне как-то спокойно стало. Я говорю, ну все, первый круг судьбы прошли, теперь второй круг, светлая память о жене. Надо как бы простить ее в молитве, сделать так, чтобы чистая связь, чтобы вы начали вспоминать хорошее, а не плохое о ней. Что значит светлая память? Значит, ты же постоянно плохое помнишь, а теперь ты начинаешь вспоминать хорошее, что между нами было. Это значит, светлая память пошла, значит, уже второй круг судьбы. Он говорит, Олег Геннадьевич, вот у меня спокойствие в сердце, понимаете, о чем я говорю? Я говорю, понимаю, я вам об этом и говорил. Он говорит, ну нафиг мне тогда к ней ее возвращать? Столько красивых девушек вокруг. Она дура, блин, ушла от меня, предала там, с каким-то придурком живет. А я что, буду возвращать? Я говорю, ну вот это мы все проходили. На первом круге судьбы все так думают. Первый круг прошел, как выйти на второй круг? Начинают у тебя появляться гнилые мысли. Тебе хорошо стало, теперь нафиг мне это все надо. Мне и так хорошо. Вот. Хорошо, я говорю, но вы понимаете, что это... При чем тут ваша жена? Мы же побеждаем судьбу. На втором круге судьбы человек должен отделить жену от судьбы. Он надо, должен понять, что жена это всего лишь объект, с помощью которого ты сейчас побеждаешь свою судьбу. Потому что ты сейчас ее, допустим, не берешь, а другую находишь себе. У тебя два круга судьбы-то осталось. И она тебе Кузькину маму устроит вместо твоей жены. Потому что судьбу же никуда ты не дел, ты ее не отрабатываешь. Поэтому надо возвращать жену. Если Бог захочет... Он вернет, значит, она хорошей станет, ты будешь счастлив. Если она не даст тебе счастья, значит, Бог другую даст. Чего ты боишься? Надо верить в Бога и просто выполнять свой долг. Я ему рассказал об этом, пошел думать, читать репу. Второй круг судьбы – это когда чистая память. Ты вообще думать о нем не можешь, вообще гад такой, как он мог, или ты как бы предательница. Вот. Светлая память, потом беседа добрая начинается. Общаешься как с другом. Она там с другим живет, ты с ней общаешься. У вас дети там общие и так далее. Потом чистая память означает уже добрые отношения. Кажется, что уже вернется, но не возвращается, потому что есть третий круг судьбы еще. На каждом круге судьбы кажется, что все будет хорошо, но потом опять плохо становится. Первый круг судьбы прошел, спокойствие сердца, все хорошо. Вышел на второй круг, опять плохо стало, опять объем работы почувствовал. Опять что мысли тяжелые, человеки лезут. Промолил, очистил свое существование, отношения с ней очистил, светлую память получил, добрые отношения уже. Третий круг судьбы – изменение в башке человека, который тебя бросил. Но он уже потом третий круг судьбы прошел, он уже изменился. И все, и дальше начинает действовать воля Бога и воля человека. Вот человек должен, три круга судьбы ты прошел, а дальше его поступки начинаются. То есть ему надо пройти путь. То есть не то, что ты три круга судьбы прошел, и дальше, моя дорогая. Нет, она тебя изменила же. Она тебя предала. И теперь ты не можешь ее сразу вернуть. Она должна пройти путь, она должна сначала раскаяться. Даже когда она раскается, счастье тебе с ней жить все равно не будет, потому что ей надо еще, кроме раскаяния, пройти путь. Потому что счастье, любовь Бог дает. Любовь прервана, потому что предательство произошло. Этот человек должен еще потом верно жить рядом, чтобы прошло время. И когда Бог уже позволяет любить тебя, в сердце легкость возникает, и человек становится лучше, чем был раньше даже в отношениях. За одного битого 7 небитых дают. Вот.
Вот такой путь. А бывает, что человек не хочет, чувствует, что это далеко, как бы на швабру наступил, там на два раза на одну швабру не наступает, если горшок раскололся, уже не склеишь. Ну, такие, философия гнилая такая, знаете, у людей возникает. И человек говорит, да я не буду возвращаться, ты хороший человек, все. Ну, у нас там уже беременная, у меня другая уже женщина, все. И что тогда в этом случае? Да, значит, он уже скакивает на коня и скачет уже все. Может, не надо, все, уже скачет. Следующий экземпляр. Но уже будет лучше, ты же очистила свое существование молитвой, прошла три кругом судьбы, значит, следующий будет каким? Лучше. Поэтому следующее правило, какое важное правило в принятии решений? Человек должен принимать решение в сторону закона Бога всегда. Вот, допустим, там работать на, допустим, строить дома или на мясокомбинате, где лучше работать? Потому что на мясокомбинате там убивают животных, это против закона Бога. И поэтому лучше там не работать. Понимаете? Если негде работать, ты там работаешь, работай пока, но ищи себе другую работу. То есть принятие решения должно в сторону закона Бога всегда идти. Понятно? Если ты, допустим, не любишь свою страну и от этого уезжаешь из нее, если ты хочешь переехать, это не проблема. Проблема, что ты не любишь. Надо сначала принять, а потом ехать. Потому что, как бы, мы же не знаем, что, как происходит в этом мире. У нас нет знаний глубокого по этому поводу. Поэтому всегда в принятии решения есть первое, это очищение. То есть человек должен аскезы совершать. Потому что, когда жестокая судьба действует, она тебя гасит где-то. Если чувствуешь, воля теряется, значит... Вот человек, воля теряется, допустим, он говорит, Олег Геннадьевич, я не хочу работать больше, у меня что-то сил нет. Надо просить работать? Как это? А если водка мешает работе, брось ее нафиг, работу свою. Пословица такая, мудрость человеческая. Если у тебя сил нет работать, что надо делать? Сил нет, это что значит? Природа. Ай, ничего вы не понимаете. Сил, значит, нет, волевая функция нарушена, праны не хватает, значит, нужна длительная ходьба. Понятно, что всегда природа нужна. Длительная ходьба поможет тебе, 4 часа ходьбы. Потому что если бегать сразу, ты не сможешь на 5 слоев, это надо 17 километров бегать, как минимум. Если медленнее, то и 18, и 19. Чем медленнее, тем дольше бежать надо. И расстояние увеличивается. То есть ты не хочешь работать. Не хочу работать. Волевой фактор страдает. Что надо делать? Длительная ходьба. Пробиваешь блоки, энергию накачиваешь, уже нормально работать. Почему ты не хочешь работать? Потому что у тебя подавляется энергия воли. Плохой период наступил. Ты не хочешь работать. У женщины бывает не хочет работать. Почему? Потому что она работает слишком много. У женщины это благословляющая сила, а мужчина действующая сила. Энергии действия у женщины мало. Если она всю свою энергию действия отдает в работу, она замуж выйдет? Энергии нет, нет замужества, потому что что такое красота женщины? Это ее энергия. Красота – это энергия, влияние. Понятно? Вот, допустим, три силы женские есть. Первая сила – это спокойствие такое. Она лицо спокойное такое, глаза большие. Это энергия воды женщины, спокойствие. И он такой, вторая энергия праны, силы женщины. Как она действует? Когда энергия силы через женщину действует, она взгляд
сильный такой, стройная она, сильная, решительное такое движение она, одной ногой пишет, другой зачеркивает. Как действует прана? Когда человек влюбляется, он всегда чувствует сильно природу, красоту этого мира. Любовь — это прекрасное такое чувство. Но вот именно как она влюбляет, если у нее много праны, то давайте послушаем песни. Вот длительное движение, что женщине дает? Некоторые женщины говорят, я буду долго ходить, я мужиком стану. Нет, у женщины все идет в красоту. Понятна система? Женщина энергии природы всегда идет в красоту. Но если она целыми днями работает, она копит энергию или нет? Что дальше происходит с ней? Она устает. Почему? Не туда силы идут. Счастья нет в жизни. Работа счастье дает. Женщина думает, я буду работать, у меня будут денежки, у меня будет счастье. Денежки что дают? Счастье? А что они дают? Есть два вида счастья. Первый вид счастья — это счастье, спокойствие. А второй вид счастья — радости, жизни. Счастье, спокойствие — это деньги. Вот деньги у тебя есть, у тебя квартира есть, еда есть. Машина есть, дача есть. Алло, у тебя все хорошо? Хорошо, у меня все хорошо. Спим дальше. Когда у человека все хорошо, он что делает? Спит, расслабляется. Чего на лекцию не идешь? А у меня все нормально. Это счастье? Нет, это покой, не путайте. Современная культура людей всех настраивает на то, чтобы увеличивать покой. Но когда человек слишком много покоя хочет, он покой обретает или что? Вот, например, он хочет квартиру больше, чем положено. Берет ипотеку, у него что, ипотека про покой вызывает, что ли? У него на 20 лет беспокойство, потому что когда ты должен, ты никогда не сможешь успокоиться. Ты будешь все время об этом думать. Значит, жизнь уже не такая спокойная, как раньше, когда ты был свободен. Люди в современной культуре очень сильно много внимания уделяют покою. Они не понимают, что важнее, чем покой, счастье. Вот, например, когда счастье, оно платное или нет? Нет. А покой? Платный. О, молодцы, вы прямо разбираетесь во всем. Вот, например, природа. Это за деньги? Нет. Выходи, гуляй, бегай, купайся, на солнце будь. Это счастье. Природа дает счастье. Добрые друзья дают счастье, и Бог дает счастье. А покой идет от чего? От комфорта, уюта, питания. От того, что все хорошо. Теперь у меня вопрос, а если не будет счастья, будет все хорошо или нет? Нет. Вот «Черепаха Тортилла» была очень мудрая в фильме про Буратино. Я до сих пор удивляюсь ее мудрости. Она этого Дуримара спросила, а тебе что, когда он ее золотой ключик попросил, он говорит, а тебе что в этом ключике надо? Счастье или деньги? Он даже не понял вопроса, он же Дуримар. И он говорит, а сколько в этом ключике веса? То есть он ключик хотел на бабло распилить, а ключик открывал дверь к счастью. Он не понял этого, он же Дуримар. И это очень-очень глубокая мысль, понимаете? Это не только для Дуримара, для всех людей на земле. Счастье на этой земле бесплатно, но все равно к нему надо идти. Вот, например, если ты хочешь замуж, это счастье.
Но к нему надо идти, потому что это дается через добрые дела. То же самое работа хорошая, это через благочестие. Благочестие – это добрые дела человека. Положение в обществе, власть, деньги – все это через добрые дела делается. Жизнь для человека означает, что он может функционировать нормально. Если человеку нужна власть, он не может функционировать, когда неким командовать. Надо кем-то руководить, потому что у него такая природа. Если много торговать, значит, тоже нужны деньги. Если нужно лекции читать, вот представь, сейчас бы в зале никого не было, я бы лекцию читал. В ответ тишина. Вот. И все. Какое счастье? Счастье означает, у тебя благочестия хватает на твою жизнь, на твою деятельность, на выполнение долга твоего. Поэтому очень важно понять, куда тратить свои силы. Если женщина не имеет фундамента в жизни, не надо упахиваться. Потому что женщина состоит из влияния, мужчина состоит из поступка. Чем больше женщина тратит своих сил на работу, тем меньше влияние. И влияние уменьшается с возрастом. Недавно президент страны поставил задачи, чтобы женщины раньше выходили замуж. Потому что когда девушке 18 лет, она любого крышу сорвет легко. Когда она молодая, ей легко просто выйти замуж. И в это время надо думать о замужестве, а не об институте, понимаете? Конечно, власти страны должны это тоже понимать, что женщине сначала надо замуж и детей, а потом уже образование. Потому что иначе рожать будет сложно. После 30 в 2 раза или в 3 раза сложнее, чем до 30, понимаете? Женщины, я думаю, лучше, чем я это понимаю. Они попробовали. А после 40 вообще непонятно, как рожать. Понятно? Поэтому до 30 училась. Выйти замуж уже тяжелее, потому что конкуренцию с молодыми девушками уже не выдержишь. Чем моложе, тем сильнее женщина. Больше красоты. Поэтому сначала жениться, потом учиться для женщины. А для мужчины? Наоборот. Потому что дурак никому не нужен. Мужчина должен быть сильным, опытным, способным держать груз, тяжесть семейной жизни. Этому разница в возрасте нормальна. Женщина сначала замуж выходит, мужчина сначала работает. Поэтому еще принятие решений зависит еще знание, как должна течь человеческая жизнь. Знание нужно. Допустим, ты принимаешь решение, больше работать или нет. Женщина должна до замужества много работать. А? Нет. Учиться, ну учись, главное не сильно там мозги свои, не парь там. Не замужем, значит пойми, что твое желание, ты что должна делать? Должна аскезы совершать, чтобы быть красивой. Должна подружек иметь. Должна добрые дела делать, чтобы у тебя социальная сила была на нормального мужика скосить. Вот. И... Ну а как? Иначе он замуж не возьмет. Ну подкосить это еще неизвестно. А если скосил, это уже 100%. Он на колени должен упасть. Когда в морду сильно дают, человек падает на колени. Но она тоже должна так. И он на колени с цветами такой. Все, значит, все нормально. И она должна ему одно слово только сказать. Не да. Не подумаю. А надо быть разумнее и добавить к да еще приставочку. Когда? И записать, чтобы он не забыл.
Да, это слишком просто. Вот когда, скажи, а потом подумаю. Если через 5 лет, то нет. Если через полгода, то да. Понятна система? Так у женщины на принятие решения играет влияние возраста. Энергию надо отдавать в семью, начать больше времени уделять социальной жизни, больше на лекции ходить, улыбаться, больше всем желать счастья, больше для здоровья уделять время. И не надо слишком много работать. Ты все пела, это дело. Так возьми теперь и попляши на холоде. Вот. Женщинам разобрались? Мужчине наоборот, сначала самолеты, а женщины потом. Сначала надо стать крепким. Чем сильнее мужчина, тем лучше женщину он себе найдет. Вот если мужчина зрелым, сильным становится. Сила мужчины, влияние, это и есть его красота. Поэтому мужчина должен стать влиятельным человеком. Когда он становится влиятельным, то на него больше девушек внимание обращают. Может выбирать уже. Как там, Джульетта там, песня есть такая. Ну, то есть, чтобы на тебя обращали внимание, для этого нужна сила мужчины. Нет силы, значит, будешь один. Это мужчина должен, как мужской импульс включается, мужская сила как включается, как мальчика сделать удачливым? Спорт отдать. У него через волевой, через волю у мужчины развитие идет. У женщины через что развитие? Через искусство. Искусство – это жизнь в любви. Искусство – это рисование, пение, танцы. Лучше какие-то активные виды деятельности. У меня, допустим, жена, она пела с детства и танцевала. Занималась она мастер спорта по художественной гимнастике.